Здравствуйте, это игра Клендек, и я предлагаю вместе немножечко поиграть. Вот наш второй остров выглядит сейчас примерно так. Ничего такого не осталось, задания все закончились, но никто не отменял большие камни. Причем всего вроде как 9%, кажется. Ну, камней таки еще прилично. Ну, давайте сейчас будем что? Будем проявлять свои кусательские таланты, кусаться, забираться, разбираться. Так, изначально мы убираем комбо, убираем помощь, ну, потому что она нам сейчас пока не надо, и начинаем смотреть, выбираем из списка самое большое, и каждый раз надо отнимать ровно столько, чтобы в итоге у нас осталось 93. Нет, если у вас получается не 43, 44 максималка, то тогда вы убираете до своей максималка плюс 50. Ну, это в моем случае 100, потому что у меня иначе 36, это 42, по-моему, да, че сколько? А ну, сейчас проверим. Наверное, нет. Ага, 43. Так, что у нас тут? 27. Так, с этой стороны у нас уже полностью все готово. Тут 27. Не, ну не факт, что хватит, но на тот случай, если не хватит, у нас всегда есть палочка-выручалочка, уголечек на складе. Лишний потом завезем в наш тайник. А пока месь 27 на повторе. Так, где что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начинается сомнение. Нет, ну без проблем, берешь уголь, не уголь, а динамит, едешь, стреляешь, ну а зачем? Если можно тихо, мирно вот так вот все убрать. А и лишний удар был. 27. Делаем 27 и уходим отсюда. Нас тут обижают. Нам тут не дают много-много энергии. А сколько же еще осталось? Не, ну, есть немного. Но все же есть. Так, берем. Ищем наш уголек. Уже как таковой отсутствует. А нет, есть. Мало уже. Ну, если угля мало, у нас есть еще вот такая вот раз, два, три. Так, я давайте так, много не берем. Если что, всегда можно вернуться. Так, это лишнее пооставалось. Забираем домой. Так, ветер, конечно, столько нам не надо. Ну, ладно, поехали. Разберемся. Выгружать называется. Выгружай. Так, тут нет никому, ничего. Так, тут у нас раз, два, капуста. Ага, 8000, все в порядке. Ну, как-то маловато будет, да? Ладно, в общем, сейчас тратим то, что есть, а там будем О-хо-хо-хо! Это ого-го! Кто-то перестарался, явно. Все, больше нигде ничего, пока все не выбьем. Видим цель, идем на сближение. Да я помню про тебя, торговец, но, по-моему, с тобой мы разобрались полностью. Это вот тут еще не полностью. Итак, 120 это 27. Ой, тут уже 93. Тридцать семь. Так, есть, есть. Надо на всякий случай проверить. Тут я такая, что
могу подумать, что все, где-нибудь там одну единичку не досмотреть. 17, 37. Ха, оказывается, еще и немного. А я думала, что я прям перестаралась. Ничего подобного. Так. 120, 27. А тут вообще никто несет 24. Это 31, что ли? Ну да. Прям глаз алмаз. Я собой горжусь. Так, 27. Стоп. Или ента все, или я не права. Просто обидно будет, если где-то что-то пропустила. Так, 92. Получается 120, но я больше вроде не вижу. А, вижу. Ха. Раз, два, три, четыре, пять. Представляете, вот ровно на одно дерево мне не хватило. Ладно. Бывает в жизни огорчение. Так, 120, поехали. Компаньон, вернись, я все прощу. Сейчас столько помощи будет сгорать. Ну, прям обидка обидная. Передать не могу. Так. 43. 93. Начнем с большого, которое закрывает пейзаж. Так, раз, два, три. Ай! Промазала. 43, 93. Все сейчас подряд красивенько, аккуратненько. Аккурат 8%. Как много по процентам, да, если смотреть еще. Давайте лучше сюда посмотрим. Вот эту штуку хочу, хочу. Ну и собачка симпатичная. Явно что-то нам будет давать. Приносить, раз так 10. Ну или 7 хотя бы. Я, кстати, сделала огромную ошибку. Я не оставила ни одного кустика. Один кустик — это показатель того, что можно, если что, где-то что-то убрать, если случайно переел. А если не оставил ни одного кустика, надо меньше болтать, точнее кушать. Обычно всегда оставляю последний куст для того, чтобы можно было, или камушек, можно было исправить ситуацию. Кстати, ха, придется возвращаться домой, потому что кто-то не привез нормальное количество плюс 50. У меня осталось 9 штук, а у меня здесь не 9 камней, а больше. 93. Поехали. Давайте уголек уберем все-таки уже. А уголек я убираю кусочками. Надкусываю. Мне не мешало бы домой еще вернуться и поехать по островам. Капусту пособирать, что ли. Потому что запасы моих яблок фактически иссякли. Нет, мне на одного хватило. На два острова хватило. Но запасов больше нет. Фактически там может быть. Хотя у меня уже и другие проблемы нарисовались. Называется кварц. Проблемка проблемная. Так, 14, 1, 1, 2, 3. Поехали. Так, что мы там? Раз. И поехали яблочки. И опять раз. Яблочки, не яблочки. Все надо поесть. В общем, посчитала. 9 камней еще надо. На всякий случай возьму 10. А вдруг? А вдруг не умею считать. Так. 10. И одно дерево там у меня. Ой. Ну, даже более чем надо. Возвращаемся. А там еще надо сюда поставить опять делаться. Я вообще не заезжала никогда была.
Дядя, привет. Дядя, пока. Мы на другой остров. У нас там совсем немножко. Ага, тут уже появилось. Хорошо. Вернемся обязательно. Но сначала потратим 145. Так, проверка. 90. 90. 90. Эпс, 90. 90. Нету больше. И вот эта, которая недоеденная. Походу, она одна. Ладно, значит, 145 убираем. А вы что хотите? Ага, ничего, ясно. 43. 90. Это сейчас мы... Да, уже все, 3%. Уже ни о чем. Ну, я понимаю, что если мы их не сделаем, то и подарочка не получим. И понимаю, что если бы я сейчас кушала уже плюс 40, а не яблочки, было бы быстрее, но... А мы так сильно не спешим. Пусть лучше будет медленно, но плюс 40 сохранятся. Они мне еще куда-нибудь да пригодятся на самом деле. Так... Есть. И ничего нигде. Ну, убираем. Что спим-то? Несколько камней. 3. Поехали. 93. И еще так 3 раза. И был остров на расчистку, и ура. А что 2%? Что, 1% 2 камня, что ли? Странненько. Ладно, сейчас посмотрим. 93. Ой, только сейчас не бегать, а то за, потом за последним кустиком или за последним камушком. На первом острове я так минут 10 гоняла, искала. Чудо, пока оно не свершилось. А тут у нас как? А тут у нас уже все. Тут у нас 100% расчистка. Очень даже здорово. Теперь со вторым острове надо все пособирать. По-моему, рулеток у нас есть никаких нету. По крайней мере, я не помню. А может и есть, конечно. Я могла быть невнимательной или просто забыть. Так, тут что? Тут все. Не? Что, даже рулетки не дадите? Ой, какие жадные. Ну, тогда мы возвращаемся на первый остров, а на второй больше не придем. Нам тут не понравилось. А на первом у нас надо пособирать. И все, кроме яблок, можно вывозить. Яблоки можно еще оставить. Для сбора, если что. Ну, если быть прям совсем честной и откровенной, то не только яблоки, еще ветер надо оставить. Потому что я решила, что я ничего не хочу. Плюс 40, плюс делает, и все. Редко заходим, забываем. А так раз зашел, поставил и забыл. 4 же 3, 12 часов можно не заходить. Так, тут у нас что? Ха, еще не все. Ладно. Вывозим склад. Заданий нет. Ну и можно смело... Это мы не вывозим, это мы потом завезем в другое место. Так, вот это мы точно вывозим. Вот это вывозим. Яблоки можно оставить. Ну, знаете, не в таком прям количестве. 2000 можно вывести смело. Ага, нету места. Ну, ладно. 260. Все, вернемся еще потом. Ну, а видео на этом можно заканчивать. Всем пока-пока.